Так, в смысле игра про деда? Я не понял. Что за фигня? Чего началось-то? Так. Соответственно. А где звук? А, вот. Всем привет. Ох, буквально 5 секундочек еще. Ех. Так, Соня, Лала, Мишутка, Тейстес, всем привет. В названии же Валькин Дед, ну какой стример, такие и игры. Вы знали, на что подписывались, когда сюда пришли. Тоже рад вас всех видеть, наблюдать. Так, ну что, еще буквально 5 мгновений и начнем. Все, карамельный кофе размешан на сгущенке, прости господи. Дайте начинать. Соответственно, Walking Dead, Telltale сезоны и т.д. и т.п. Я играл только первый сезон, буквально чуть-чуть. Вот столечко буквально. Я дошел до момента встречи с Клементиной. Чуть-чуть потусил на ферме, какое-то там решение принял и больше не играл ни разу. Вот. Здорово, Марджиск, здорово, Панда, без спойлеров, пожалуйста, без спойлеров. Я знаю то, что Клементина та еще штучка, но давайте мы не будем портить мне впечатление, потому что прохождение все-таки будет, ну, фактически нулевое, потому что я ничего не знаю, по сути. Отходняк под зомбоиду, он самый, да. Так, дайте я, наверное, еще немножко помешаю кофеек, вам тоже советую этого сделать. Воды, да, воды на этом самом висят, как его там. На ютубе. Вот. Времени группы нету особо. Ничего страшного, братан. Так что смотри на ютубчике, как вариант. Либо на твиче остаются воды, соответственно. Так что все в доступности. Доступности. Вот. В Минске на курсах. На курсах Sigma Male, наверное, да? Отходняк паники. Дорога. Ну... Будем считать, что Клементина это новая Ника в чатике, да? Итак, с чего все началось? Ли Эверетт пытается выжить во время конца света, ищет искупление своих грехов и сражается, чтобы защитить юную Клементину. Ах, это искупление грехов. Что-то мне это напоминает. Интересно, что же? Наверное, я буду плакать здесь как сучка в конце, да? Будет много текста, по идее, да, но тут все озвучено. Поэтому поехали. Тут, по идее, озвучка есть, так что посмотрим. Фактически это кинцо. Новая игра. Инглишменом. Придется постаровать немножко. Да, я думаю, они общий вайб уловят. Так. О как. Начать играть, и меня выкидывают в меню просто другое. Так, давайте сделаем игру потише, наверное, сразу, да? На семерочку, наверное. Игра субтитров cool. Показывает взаимодействие стандартов cool. Сюжетное уведомление в cool. Чувствительность мыши на оставим. График. Полное говно. Так, ладно, оставляем все как есть. Тут хорошо. Управление. По ходу пьесы разберемся. Окей, let's go. Кот там тоже на фоне уже начинает это самое радостно орать. Так, выберите стиль интерфейса. Стандартный, помощь от интерфейса и удаление после важных выборов в игре. Либо минимальный, без всего вообще в принципе. Давайте, наверное, на стандартном попробуем. Эпизод 1. Новый день. Hell yeah, мазафака. Погнали. Опа. Вселенной Walking Dead'ов я... Нейтрально отношусь, если что. Мое знакомство это только сериал фактически, поэтому не ожидайте чего-то такого. Ключевое значение в этой серии игр имеет сделанный выбор. Сюжет развивается в зависимости от действий игрока. Telltale Games представляет. Совместно Skybound Entertainment. The Walking Dead. И миллион шуток про дедов. Какой отвратительный графин.
Эпизод первый, новый день. Угу. Надо просто привыкнуть к местной стилистике. Надо, наверное, потише сделать его. Ой, каком. Эскейпу. Так, давайте на пятерочку, наверное, скинем тогда, да? Сейчас буквально мы чуть-чуть быстренько введем небольшие штрихи на наш холст. Искусство. Кайф. Все. По идее, получится. Но вы ориентируйте. Ориентируйте. Автор сценария Шон Бананаман. А, Ванаман. Сори. Ничего не хочу сказать, но... Well, I reckon you didn't do it. Вам не кажется, что начало игры немножко расист? Так, выберите ответ. Does it really matter? Nah, not much. Сид Спейс, о господи, что это? I've driven a bunch of fellas down to this prison. Lord knows how many. If it's about now, I get the... Можно осматриваться. And what do you say? I say, yep, I know you didn't. Красив. Dead Space, ну почти. Прицельтесь с помощью зеркала заднего вида, а? Че? I followed your case a little bit, you being a making boy and all. What do you think? I'm just glad I chose law and not order. Надо привыкнуть, короче, к управлению. Even if you was innocent, a lot of what happened can't ever be undone. Any of that seem important to you? All of it, but that box never shuts up. Sit in this seat and pay too much attention and you'll drive yourself crazy. I got a nephew up at UGA. You teach there long? It's going on my sixth year. Так, мы, получается, учитель в университете еще, да? Угу. И у нас есть жена. You want to know how I see it? Эх, жги давай, дедуль. Sure. Ну? Regardless, could be you just married the wrong woman. Эй, я ее выбрал. Я же нажимаю. Почему ничего не происходит? You'll have to learn to stop worrying about things you can't control. Непонятно, как-то немножко пока, но окей, надо просто привыкать. Я думаю, начальные пожимашки пока ни на что не влияют, в принципе. I'm driving this man once. He was the worst one. He wouldn't stop going on about how he didn't do it. He was an older fella, big soft eyes behind a pair of smart folk glasses. And he just wailing back there. Says it wasn't him. Так если он этого не думал, не делал. Right where you're sitting. О, спасибо. And before long he starts kicking the back of the seat like a fussy baby on an airplane. Это самое, на дорогу смотри, чувак. На дорогу смотри. На дорогу смотри. Zap him otherwise. Бро. So he stops and having exhausted all his options. О, боже, повезло мне, короче, с попутчиками, а? Сажайте меня в одиночку, я готов. Я готов. Well, Blabbermouth, let me tell you something. Лучше помолчу. They caught the fucker red-handed, stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. Так от него. He sits in my car screaming bloody murder. Отвечаю. That it wasn't him. I think he actually believed it himself. У него, может, создание эффекта было. People up and go mad when they believe their life is over. Впервые вижу тебя таким счастливым. Уля-ля. Уля-ля. Я ничего не стал говорить. Я громко, господи. Охренеть, как громко. Надо сделать потише, наверное, а то мы оглохнем все. Давайте на троечку скинем тогда. О, боже. Ну все равно громко, да? Блин. Надо будет, видимо, ее отдельно делать потише. Ну, сейчас сделаем. Ну, сори, чуваки, сори, потому что она такая резкая. Ну, авария, в конце концов, в принципе, логично, что мы ждали. Все вполне логично. Ням-ням, кусь-кусь.
Кого-то, кажется, схрумзили только что. Delicious. Ну, а мы пока поспим. Чё, как у кого дела? Как у кого настроение? Готовы ли вы к новому великому прохождению великой игры? Много шума наделал в свое время, помнится мне. Отвратительно, чё так? Так, ну, диалоги можно паромчик, кстати, сделать. Как он смешно решил. Как поза смерти в Гриффинах. Так, ладно. Музыку потише, звуки потише, диалоги погромче. Спроси своего лучшего друга, он меня избегает. Кэпчик, ты чё, мисс Лава, избегаешь? Так. Много шума, но по идее сейчас получше должен стать. Ага, Драмадан. Hey! Мистер офицер. Are you all right? I'm still Cuthback here. Из 2010-15 года. Не знаю, супер мидбой этот. Пока не горю желанием, если честно. Damn it. У нас вон уже нашлась игрушка. Здорово, Глеб. Сижу, слушаю твою болтаню. Вроде легче. Ну, Джифан всегда легче сделает. Иди к папочке Джифану. Он утешит. Come to papa. Так, переходим к окну. Давайте осмотримся сначала. А, это типа взаимодействие, все понял. Оп. Оп. Как сельдь. На берег. Ненаучный подход. 2,5 литра. Слушай, 2,22 точнее. Неплох. У, больно. Двигаемся вперед. Блин, пока так непривычно играть подобного рода игры, если честно, прям жесть. Так, ну что, берем дробовик, добиваем его, получается, да? Так. Дрободан. Уля-ля. Берем. Привыкнешь? Ну да, естественно. Капец, у него колени хрустят. Эй, черт, пустой, ладно, как дубинку использую. Да куда ты положил? Два дня побегал ремейк первого Обителя Зла. Кайф, нервы немножко пощекотать. Я, кстати, смотрю сейчас прохождение четвертого Обителя Зла, да, на ютубчике, ой, что-то на ютубчике, на твиче у одного стримера. Нервы там щекочутся в абсолютно другом смысле, если честно. В плане духоты. Первое МБ нормич, но там что-то вроде красиво, да, но как же душно, кошмар. Ты не забудь после игры пройти 400 дней. Но у меня что-то есть в этом делюксе. Я пока еще не всматривался, но посмотрим, разберемся. Пока рано о чем-то еще, в принципе, говорить. У нас тут вон. Как бы. Да, все есть? Ну, ништяк тогда, пройдем. В чем проблема вообще? Первый и ремейк, и оригинал совсем другие. Да, они очень другие, я знаю. Это есть такое. Эй, Лейман, привет. Survival Horror. А четвертый тогда что? У Black Ufa смотришь? Нет. Black Ufa не нужен. Да ты... Растяпа. А, ты в этом плане имеешь в виду пройти сначала первого Walking Dead, потом 400 дней, потом все остальное? Ну, я подумаю. Hello? Officer? О, он еще живой, чуваки, смотри. Блин, дедуля нападает. Вливаем. Вливаем. What in the hell? Какого дьявола, дед? Я думал, мы друзья. Эх. Бери вещи. Да кто ж так заряжает? Да ёпту налево. Бро. Паника. Паника. Первый раз обращаюсь с ружьем. Сука, не хочу. Не хочу. Ладно. Он меня вынудил. Делай сишка к первой части или ко второй, но походу к первой. Все, минус дед. Сопротивление, прорезь.
получается. О-о-о-о. Сейчас я кого-то еще пристрелю. Help! Go get someone! There's been a shooting! Здесь стреляли. Кто же там стрелял, интересно? Hello? А, кто здесь? О, ну. Амогус. Ля-ля, надо ливать. Да кто ж так ходит, а? Здорово, Владислав, как дела? Блин, тупо типичный понедельник. Призвание же похоже. Походу. Блин, я так же хромаю, как они фактически. По сути. Састенс. Не, в натуре зам будет тоже через забор надо так же перелезать фактически один в один. Классик. День непростой, а что случилось, кто обидел? Кто обижает моего пупсика? Я не понял. На каком основании? Блин, графин какой-то, конечно. Ну ладно, надо просто привыкать. Пичный маршрут. Я надеюсь, она заплачет своей половиной. Дальше уж, да, знаю, да. Само собой. Но это первое впечатление по первой игре. Поэтому не удивляйтесь моим комментариям. Anybody? Hello? Anybody? Home? Anybody up there? Это, если что, Deluxe Edition, поэтому да, тут немножко подтянутый графин, да, по сравнению с тем, что было в оригинале. Ну, если верить описанию в Стиме, да? А, устал просто, тяжелый день. Отдыхай тогда, братан, отдыхай. Вот тебе чайный сервиз. Сейчас мы тебе чаю нальем. Малолеточка решила наработки подшутить на тобой? Оу май. Потянут, ну они так написали или типа того. Не, я же это сделал. Ладно, похромали. Нет сил взять чаек. Сейчас я тебя кепчика пошлю, он тебе пришлет чай. Maybe I should just check inside the house through the glass door before wandering out into the neighborhood. Никакой свободы действий. Ну ладно. Так, пасторальная картина с этим домом, а смотрите. Так, раздвижные стеклянные двери. На столе вроде ничего нет. Давайте посмотрим сначала. Смотреть он отказался. Понял, вскрываем. Hello. Anybody home? I need a little help. Ну ничего, ничего, скоро она познает горечи. Осуждаемого слова. Coming in. Don't shoot, okay? Так, заходим внутрь. Ну все, прошли, изи. Счастливый конец, наконец. А, нет, да, да. Так, надо ногу, по идее, перебинтовать. Ну да, как-то прям реально слишком затемненное все. Книжка-раскраска. Ага, белый единорог, понял. Отсылка к Ведьмаку, походу, не иначе. Зловещая музыка. Так, скользим. Скользим. Угу. О, фрукт. It's fake. Damn. Damn. God damn. Так, уши крови. Уля-ля. Большой растяпа здесь живет, хотел сказать. Я и сам брякнулся, сука. Черт.
Не хватает вайбов на Амогуса. Накопишь. Не переживай, накопишь. Если что, можно пугать деньгами. 666 рублей, и я буду обосранный прям пипец. Да, Джифану заплатите чеканы, монеты, все верно. Так, давайте поищем. Опа, рваться. Hello. Маркетинговый ход Джифана. Ну, все продумано. This place has been ransacked. Just about anything worthwhile is gone. Сейчас найдем что-нибудь, не переживай. Какую-нибудь консерву. Завалящуюся. Ну, ты открыл, братан. Ничего не скажешь. Да, пусто прям. Пец. Стакан воды, да, хотя водички попью. Во. Кайф. Much better. Погоди, еще верхние шкафчики надо открыть. Торопиться некуда, вдруг мы там найдем. Не знаю, монтировку какую-нибудь тысячи истин. Но походу реально все сожрали, слушай. Вот это я понимаю апокалипсис, да? Все сожрано. Также и кепчик в зомбоиде был наверняка. Искал похавать что-нибудь. И реально звук тревоги, хек. Снейк, снейк, снейк. Блин, МГС балдешь, конечно. Когда-нибудь я доберусь. До этой великой игры. Так, ну автоответчик пока подождет, давайте мы все-таки осмотримся. Не твой кот на тебя запрыгивает. Ну все, теперь ты его. Теперь ты сам себе не принадлежишь. Так, окна. What the hell? Cables out. Блин, кабельного нету, отстой. А я в теле хотел позалипать. Да господи, кто ж так ходит? Да... Ни хера не вижу, чуваки. Ладно, давайте потрогаем. Окей, понятно. Миссаги послушаем. Let's go. Message one left at 5:43 p.m. Hey Sandra, this is Diana. We're still in Savannah. Ed had a little incident with some crazy guy near the hotel, so we had to get him back to the ER and have it checked out. Anyway, he's not feeling well enough to drive back tonight, so we're staying an extra day. Mm-hmm. Thanks so much for looking after Clementine, and I promise we'll be back in time before the spring break. Каникулы, кажется, пошли не так, как хотелось. Oh my god, finally. I don't know if you tried to reach us. All the calls are getting dropped. They're not letting us leave and aren't telling us anything about Atlanta. Please. Свой диван у тебя нет, дивана теперь. Leave the city and take Clementine with you back to Murrieta. I've got to get back to the hospital. Please let me know that you're safe. Диван теперь принадлежит коту. Message 3. Left at 6:51 a.m. Clementine, baby, if you can hear this, call the police. That's 911. We love you. We love you. Блин, актинг, кстати, хороший. По голосу реально хороший. А пятый МГС куда? Я играл. По кайфу прям. Но это было не на стримах, это я сам для себя гонял. Hello? You need to be quiet. Так. Are you okay? I'm okay. Бэбика нашли. They tried to get me, but I'm hiding until my parents come home. Бэбик, походу, они не вернутся уже. Эти механики нам уже знакомы, да. Как тебя зовут? I'm Clementine. Кэпчик. This is my house. Это мой дом. Clementine. I'm Lee. Здорово, Кэпчик. Я Джифан. How old are you? 8. And you're alone? Yes. I don't know where anybody is.
How old are you? I'm 37. Блин, 37, ну почти как мне. Where are your parents? They took a trip and left me with Sandra. They're in Savannah, I think, where the boats are. Where are you? I'm outside in my treehouse. They can't get in. That's smart. See? Can you see me? I can see you through the window. А сколько она там одна тусила, интересно? What the fuck? Кью! Бич! Fuck off! Так, надо найти это самое. Кастрюлю какую-то. Ух ты! На, по щам. Кайф. Балдеж. Да что ж такое-то, а? На, вщи, блин. Молоток, да, как в зомбоде. Давай. Давай, кэпчик, тащи молоток. Тащи молоток, кэпчик. Блин, кью. Еп. Бой. Сюда. Давай. Рожка. На, вщи. Мачи козла. На еще. На еще. Ух, как круто, блядь. И еще на всякий случай. Ребенок, смотри повнимательно. Тебе придется этим заниматься всю твою оставшуюся жизнь. Умиротворение. Я представляю эмоции ребенка, типа. Hi there. Did you kill it? Да не. I think something else. Умереть? Да, можно, по идее. Before me, I think. I heard her scream two nights ago. Maybe one of the monsters got her. Two nights ago? Yeah. Sorry. That's probably what happened. Зацени, как могу. All by yourself through this? Yeah. I want my parents to come home now. Блин, я думаю, диалог еще тоже чуть потише сделать. Громковато иногда. Клементина говорит прям в ухо. But I'll look after you until then. What should we do now? Пожрать бы что-нибудь, конечно. We need to find help before it gets dark. Yeah, it's not safe at night. Безопасный путь днем, э? Какой я умный, оказывается. Stay close to me. А что, дом залутать, там рюкзак, не знаю, сделать какой-нибудь импровизированный. Ногу мне перевязать, в конце концов. Нет? Ну ладно. Эх. Подляна. На телефоне играл? У меня даже на телефоне есть, балдеж. Ну, игрушка реально прикольно. Необычно ощущается для меня. Ну и для тех лет тем более. Как... Вот. Но я, опять же, я в игры подобного жанра не играл. Я максимум, что прошел, это The Wolf Among Us. Вот, и все, как бы. Но это было супер давно, так что не считало. Там какие-то типы. Что-то делают. Oh, man. I ain't never getting home to mama at this rate. This sucks. Oh, it's hot dish night. Так, ну я особо никуда пойти не могу, поэтому погнали. What's the matter? Should I stay? What? I don't want to sleep in the treehouse tonight, but I don't know if I should leave. What if my parents come home? В ящике только. I won't leave you alone. Well, let's go somewhere safe that's close, okay? That's a good idea. Голос у мужика классный. Прям такой, знаете, внушает доверие. Басистый такой. Holy shit! Don't eat us! We're not gonna hurt you. Не ешь нас. I thought for a second you and the little one were both gonna give us the chomp. Ай, да не. Do you know what the hell this is? No idea. So you've seen them then. You could say that. I'm Sean. Sean Green. Бомжей, да, встречал. This is Clementine. Бомжи повсюду. I'm Chet. Ну, Chet нормальный тип, похоже. You shouldn't be out in the open like this. How about you come this clean away, and we'll take you and your daughter out of here and down to my family's farm. It should be safer there. Дочка? Dad.
Her babysitter. Her parents are out of town. Let's get going. Что он думает, что вы теперь няня? Ну так а что? Я не похож на няню, по-вашему? Вылитая няня. Выпускайте монстра. Так, окей, все, погнали. Давай. Оп. Усатый нянь, да. Ля-л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 я. Ну, давай, мелкая, тащи, 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 тащи. Хорош. Машина. Первых единиц сожрут. Я думаю, меня тоже на самом деле. Я, может быть, даже сам начну все заранее. Что тут с уровнем звука? Кто тут так, блядь, насрал, извиняюсь. Дать тоже на двоечку тогда скинем. Вот, я сам начну всех кусать с самого начала, однозначно. Вы знаете, как я еще, наверное, сделаю? Давайте я, наверное, через микшер тоже игру потише сделаю. На пятерочку. Во. Настало наше время. Hell yeah. И то же самое со зомбями. Пуще нашего еще. Ведь нельзя взять толстого, да, сломанную ногу, не знаю, курильщика. А приходится играть с тем, что есть. Разницы не заметить в Кривом Роге, возможно. Слушай, какая ночь красивая, кстати. Ночью ярче, чем днем. What the fuck? Будем знать, как, куда идти, как зомби. В леса. Там нас не найдут. Там нас не найдут. Так, ну ферму я немного помню. Блин, теперь тихо стало. Сука. Хер выпробишь, а? Ну, вроде нормально стало. Да, взаимно, чет. Удачи. Давай, Соня, удачи. Thank God you're okay. I was worried it'd be bad here too. Доктор Брин? Это вы? Well, Brecken down the way thinks his mare's gone lame, but that ain't nothing new. I wouldn't have made it back without Chet. Well, I'm glad you took him with you then. You've brought a couple guests. Да. Your boy's a lifesaver. Glad he could be a help to somebody. So it's just you and your daughter then. Это not his daughter. Не дочь. He's the babysitter. Honey. Do you know this man? О, дед сразу все просек. Дед хорош, молодец. Okay, then. Well, looks like you hurt your leg pretty bad there. Yeah, it's not doing so good. I can help you out. Sean, run on in and check on your sister. You take a seat up on the porch and I'll go see what I have. Осуждаю деда. Дед все правильно делает, на самом деле. Дед молодец. Так что дедульке респект. Yeah, this is swollen to hell. Could be worse. That's what it sounds like. Seems like things got awful bad in the cities. Ну ты припел, конечно, братан. А я и не говорил. Well, now's the time. Ли, как генерал. Дженерал Ли. Слышал о таком, небось, да? Старичок. Car accident. That's so. Where are you headed before the car accident? I was getting out of Atlanta. The news says stay. Yeah, well, мало ли что новости говорят. We hit a guy. One of those things you've been hearing about. On the road. Who are you with, the girl? Nobody. Is that so? Whoop. Yeah. Допытчивый дед, а? Въедчивый. Хорошо, обязательно это запомню.
Она не моя дочь. Тебе же сказали. Дедуль. Он провоцирует, импостер, амогус. Однозначно. Эй, дед, so I'm thinking, first thing tomorrow, we gotta reinforce the fence around the farm. That doesn't seem necessary. О, строить заборы. I don't know what you saw on TV or это я умею. Video, but there's some serious shit hitting the fan. I don't think ну не при детях же. Она такая, я запомню это слово. Your son's right, you're gonna want to fortify this place. Stuff like that doesn't happen around here, Sean. Dad, I'm serious. Lee, come on. Tell him what you saw out there, man. Так. I got chased by a couple of dead people. Да, мертвецы преследовали меня, все верно. We got plenty of chores as it is. Пипец, да, противный. Клементина, обязательно запомни пунктики, еще как. Well, I'm all done here. It should start to feel better tomorrow. Ладно, окей, дед реально противный, осуждаю деда все. It's hot or the swelling doesn't come down, you're probably dealing with an infection. What do we do then? We'll probably just have to shoot you. We'll clean it, redress it, and you'll be fine. Okay. Шутки у тебя, дедуль. Просто обхохочешься. There's such in the barn. We'll be seeing you bright and early. Come tomorrow. Попахивает, знаете чем? Расизмом. Расист, вижу расиста, чуваки. Старый, белый, гетеросексуальный мужик. Что-то не хватает. Фермер. Республиканец. Навоз. А уж слышно? Да, кайф. Как раз речь про какашки пошла. Он прям как ты. А вот Клементина прям как ты, Кэпчик, понял? How far is Savannah? Pretty far. Oh, okay. Как у нее странно, губа дергалась. И до сих пор дергается. Краешек губы. Как будто на ветру. I love you, baby. Балдежный сон, суд письмо приснился. Кайф. Что ж, выжили, пережили, наконец. Молодцы. Hey, get up. О, Хи убили. Здоров. I'm itchy. Well, you slept in a barn, little lady. Lucky you don't have spiders in your hair. But I bet your daddy scared them all away, huh? Я не папа. Not her dad. Сколько можно? Dad, привет, Мира. Как дела? Трактор. Трактор от Валдёж. Кен Джуниор. Мы call him Doc, though. Doc? Yeah, nothing bothers him. Like water off a duck's back, you know? That's a valuable trait lately. No kidding. But frankly, I think it's because he's dumb as a bag of hammers. He makes up for it with enthusiasm. Типичный батя просто. The word is you were on your way to Macon. My family's from there. Well, Macon's on the way, and personally, I'd appreciate the company of a guy who can knock a couple of heads together if he has to. О, без проблем вообще. I'll see what the girl would like. Ah, gotta consult the missus. I understand. Yeah, of course. С пивом пойду, только пива нет. What's the girl's name? Clementine. Посылайте мысленно пиво. Лучи пива. Держи. Наслаждайся. Утка, походу, реально пришиблена немножко. Я бы ему трактор не доверил. Просто. Ох, сейчас она ее расспросит, узнает все нехорошее про меня и такое палево будет. Ну, давайте пообщаемся. О, Катя, Катюха, здорово. Hey there, girls. How did you handle getting through the city? Kenny just drove. We passed so many people that needed help, and we just passed people over some just. Ну, технически правильно, конечно. It's okay. It's fine.
You don't have to say anymore. I want to go home tomorrow. But even then, I can't take away the things Doc went through. Однако вообще, походу, все ни по чем. Things were bad before. Bad now, but they're different, you see? People are eating each other. Подумаешь. Вот да, банки, политик. В натуре, Ли, прям молвишь самое сердце. What are you doing? Corpses aren't walking around. Сейчас он про Кропоткина начнет заливать, отвечаю. Like Herschel here, except more with dogs and cats and not horses. What is it that you do, Lee? Ветеринар. Used to teach up at the University of Georgia. We need to hope that we can go back to our jobs soon, Lee. Back to normal. Могу преподавать, как убивать зомби. No, I used to. I was let go a little while back. That's too bad. Well, I hear people Роже. Always clamor back to почему в роже скины по Walking Dead такие всраты? В роже... Какой роже? Э? You two actually look relaxed. I think we're doing just fine. Ну вообще да, графиней, конечно, специфичный. Рож компания. А, Рагуя компания. А я не играл просто. Я не в курсе. Даже за эту игру особо. Anyway. It's almost like we didn't see people eating each other for three days. It's Peter. Кайф. Back in a bit. Это я добрее. Это я добрее. Чё, мелко, как дела? You having a nice time with Katya Clementine? Yeah. Кайфы. Пускай балдеет. Не играли особенных. О, я особенный. Мама всегда мне говорила, что я особенный. Так, утка там. Давайте с Кевином с Кенни, точнее, побазарим. Кенни, my man, what's up? Hey there, Kenny. Need any help? No, I think I got it. Хорош. Do you need any help? Да нет, я тоже разобрался. I mean, in taking care of that little girl. You know what you're doing? You got kids of your own? I think I've got it handled okay. As long as I keep her safe, I think I'm doing all right. With those things out there, maybe, sure, that's enough. But you gotta ask yourself if you're the type of guy who can do better than that if her parents don't show up. Ooh, грузило пошло. Ну так-то он прав на самом деле. How's your son doing? Так прав. Good, I think. Kachi's got a sister up in Memphis. We were coming back from visiting her. We were in a gas station and some guy grabbed my boy. I thought he was kidnapping him. I was on the fucker in about 2 seconds and... Christ... Just lucky I was there. We saw a lot of bodies before we stumbled upon Herschel's. Что-то зомбой захотелось поражать, чуваки, прям. Помогите. Замкнутый цикл. So what's your family's plan? Get back on down to Lauderdale and let this mess get sorted out. Government will start handing out shots and the National Guard will do its оружие. On the odd chance things got too bad, we could hop on my boat, I guess. You've got a boat. Конечно, у него есть лодка, ты посмотри на него. Mackerel, dolphin, whatever's biting and paying. У него футболка даже с рыбой. Wild about it, but the boat's not that bad. See you. Лодка Кенни, это хорошо. Так, мы обязательно запомним это. Шейган, здорово. What's up, my man? How do you do? Чё, пацаны? Утёнок, как дела? How you doing, Duck? Good. Drive the tractor. I'm the foreman. Lift with your back, Sean. В натуре. Пацаненок явно это самое. Особенно. You know how to drive it? Sure don't. That could be a hell of a critique of the U.S. Farm Bill, though. I'm good. Sean. Hey, Lee. Помочь? Need a hand? That'd be great. If you could cut those two bys to length, that sure speed things up. Пилить. Я тяжелее молотка, ничего в жизни не держал. Ну ладно. Сейчас справимся. Шон. Шон! Классика. Ну мы тоже попробуем пройти как-нибудь потом это. Жесть. Damn. Damn. He didn't even hesitate.
He just turned, put the barrel of the gun right between the kid's eyes, and pulled the trigger. You don't see things like that. It's not like in the movies. А, Даку вообще все плевать. Did you have to do it? Do what? Kill. Have you had to off one yet? А, двое, как минимум. Sometimes it's kill or be killed. I guess. I don't think I'd sleep good after that. Да, нормально, я спал. Балдежника вообще. Dad just wants to keep the family safe and thinks inviting people in. Ну, забор, конечно, полное говно, чуваки. Просто кошмар. Я бы вас с зомбой не пускал на свою базу. Однозначно. I'm not quite sure where my ex-wife is. Ah. Oh. Oh, yeah. For sure. Да-да. Да-да. All I need cut for now. Thanks. Решил слиться с разговором. Ну, правильно, правильно. And Sean, thanks again for the ride. No problem, Lee. Couldn't leave you behind. Anyway, when you see my dad around, he might want some help in the barn. О, старика. Насчет старика, может, это самое? Do you, think this thing will keep... Да, может, я забор помогу там поддостроить. We'll там ров выкопать, колья всякие поставить против конницы, но не совсем. Эх, ладно, давайте какашки убирать. Какой? Это каким же образом, Шерлок? How'd you get out of Atlanta? I was on my way out anyway. Timing of all this just happened to be right. If there ever is a good time for the supposed apocalypse. А как он меня подвоил вообще? Или он типа блефует просто? Had you told me 20 years ago I'd still be doing this, I would have told you that you were full of crap. Never was a plan, having a place like this. It was in the family, and I guess so was I. Family's important. Здорово, Крэнк. You agree with that? Разве столько же? Yes. Да Гирфол уже довольно маленький. Family now? В плане вес. Wife, girlfriend? No wife. Think she's up in Virginia, maybe. Sorry to hear it. But now you've got this little girl to take care of. Clementine, is it? You just stumbled up on her? Не встретил. What are you getting at? Вот да. Что то гишует? Can I give you a piece of advice? Жги. Mind your own business. I don't know who you are or what you did, but you better become a better liar and fast. Let's say я отлично вру. Прям вообще идеально. Не зря же я профессором стал. The honesty of strangers if you're gonna make it. And if those same people get to questioning yours, you're gonna be in trouble. So whoever you are and whatever you did, Багерфол. Oh, and trying to be less of an asshole would serve you just fine. Кто бы говорил, а? Кто бы говорил? Быть поменьше козлом. Сам ты козел. Наверное, это логотип беседки. Может быть. Может быть. О, о, я помню этот момент, кстати. Придется сделать выбор, походу. Помочь Даку или Шону. Ну, надо паутягу спасти все-таки. Он не сможет сам за себя постоять. Но, щи. Бля, не помогает. Давай, Кенни, спасай Бэбика своего. На, еще в щи. Ну-ну, хорош. Все, пот спасен. О, чувствую, сейчас кого-то сожрут. Ли, что ты стоишь? Давай, помогай. Ой-ой. Ням, ням. Дедуль, стреляй. Поздно, в принципе.
Эх, деда, деда, шо ж так медленно-то, а? Чё он орёт? Пацан-то именно. Ждал, пока зелёным засветится. Но я помню этот момент, кстати. Вот на этом моменте я примерно и закончил играть. Что он этого не забудет, и мама. Ну не забыл же, по сути. Реально не забыл. Ну чё, Кенни, за тобой должок получается. Вези меня отсюда. И мелкую тоже захватим, давай. Он не хотел. Его жена заставила. Он и не хотел, чтобы пацанёнок тоже выжил 100%. Однозначно. Ну, деду терять фактически нечего. Ну, подумаешь, сын умер. У сына жены не было, не было. А тут вон полное семейство, как бы. Я просто провел калькуляцию в башке. Куда выгоднее вкладываться в плане демографического населения планеты в будущем. А так вон Клементина, Дак, они как бы могут вместе там Шуры-Мура заселить планету потом. Я и Катя, может быть, тоже немножечко успеем, если Кенни потеснится. Да. Все продумано. Look. Hey there. You friendly? Как все в одну ногу идут, ну как это самое, проходочка в безумных псах. Так, правило номер один: не кричать на улице. Зря я так спас. Ой, зря. Ой. У, май. Какая дама. Давай, детка, покажи им всем. Надо, наверное, звук музыки чуть погромче сделать нам. Малёха. Кайфцы. We can't just let people die either. When I say that door stays shut no matter what, I fucking mean it. Да в смысле, я хороший тип. Посмотри на меня. Worse, they could have let them right to us. Where the hell is your humanity? They would have died out there. Then we let them. We're not dangerous. Just regular folks. What's dangerous is a bunch of people running outside and drawing their attention to us. Lee's right. We're just regular folks, but we actually like helping people. Социальные проблемы сейчас начнутся. Ух, давай. Сейчас буду показывать, что я альфа-доминантный самец. Дайте только шанс. Только дайте шанс. I have to pee. Минутку. Потерпи. They've got kids, Lily. Those things outside don't care. Maybe you should go join them then. You'll have something in common. Во, дело говорит, Кенни прям мужик. You have to control these people. Carly and Glenn just ran out there. I don't give a flying fuck. We're in a war zone. She's not wrong. They took a risk. Yes, we did. And we appreciate. Ну мы подмажемся немножко. Подмажемся, да? Holy shit. Son of a bitch. One of them is bitten. He wasn't bitten. Hell, he wasn't. We have to end this now. Ты слышишь? Ты это самое. Утёнка-то не трогай. No, I'm cleaning him up. There's no bite. He's fine. Don't you fucking people get it? We've already seen this happen. We let someone with a bite stay in, and we all end up bitten. Shut up. We gotta throw him. Клементина так в толчок ушла, кстати. Kenny, stop him! Hey, what do we do about this guy? Давай ему врежем. Дайте врезать. Dad, it's just a boy. It's... We kick his ass. That's what I'm thinking.
Я и Кенни сейчас, блять, быстренько. And you, shut the fuck up. They will find us, and they will get in here, and none of this will. Бля, как быстро все это самое накалилось, прям пипец. What the hell are you talking about? He's bitten. That's how you turn. He's not bitten. Lee, stop this. It's upsetting him. Oh, I'm upsetting him. Upsetting is getting eaten alive. А ну-ка завали. That's it. You're gonna whoop me? You and what homo parade? Осуждаю. Осуждаю. Все, Кенни, нам можно бить его. Давай. Давай, давай, давай. I'm gonna kill him, cat. Just worry about duck. Мочи его. Yeah? There's someone in there. Ой-ой. It's just locked. Keys behind the counter. Там, походу, не просто кто-то так сидит в туалете. Гомо сапиенс? Может быть, ты и прав, но все, я уже принял решение. Then, when she's dead, he'll probably pounce on your little girl. Then we deal with it then. But right now we're just freaking everybody out. Then get ready to deal with it because that boy is bitten. Not gonna happen. Сейчас я тебя сам укушу, чувак. Right in the cock. Понял? No, you don't touch that boy. You don't touch anybody. I've got a little girl I'm trying to protect in here too. You wanna get violent, you old fuck? Well, come on! You better plan to kill me, though. Bitch. Хорош. Ой-ой. Упс. Кидайте старика. Пускай жрут его. Ах ты ж, ёпта ж. И откис. Да, что ж ты будешь делать? Это, иди сюда. Давай, сейчас спасу. Пошел вон. Кью. Пора. Кенни, помоги. Кенни. Кенни. Кенни, братуха. Надеюсь, это был Кенни. Ух, слава богу. Тоже сойдет. Позволить Рону Даку. Ууу, я чувствую, там прям такая бы заваруха началась. Ой-ой. Ну, надеюсь, ты хорошо сходила в туалет, Клем. Потому что сейчас нам будет не до этого. Абсолютно. Because of this bitch and Richie Triggerfinger. That was stupid. That was. Dad! Сердечко. Это батя, оказывается, ее. I did try to get him to calm down. Can it, asshole? It's his heart. My pills. Триггер на вертолет. We're out. We've been trying to get into the pharmacy since we got here. Please try to get in there, behind the counter where the pills are. Что ищем? We need nitroglycerin pills. Please. Нитроглицерин. Так мы типа его взорвать пытаемся или еще? Не, ну почему были? Дачи не хватает, о боже. Найдем, я чувствую, местного. Однозначно найдем. We need as much gas as possible, so we can all get out of downtown Macon fast. Agreed. Просто для сердца полезно, серьезно? Не знал. Out towards the end of Peachtree. I'll work my way towards it and then loop back, siphoning what I can. You know your way around? Local? Born and raised. If you're gonna do that, here's a walkie-talkie if you get in a tight spot. Hopefully, you won't need it. Cool. Clementine's got the other one. Check in with her and get back here as soon as you can. And you, what's your name? It's Lily. My dad's Larry. Keep a good eye on him. Lily Larry. These boys will work on getting you your medicine. That's right. And you, you keep an eye on that front door. You're our lookout. It's Doug. You got it. And I'm Carly. Okay, Carly. You'll shift in with Doug when he needs it. For now, get some rest. You're a good shot, and I'd like to keep it that way. You got it, boss. Now get him those pills. Все, мы, короче, это самое. За альфа доминировали. Балдежка. О, энергетический батончик. Берем. Окей.
кстати, покормим ее. Ху, здорово, Тейслис. Еще раз. Блин. Отвергли мою шоколадку. Эй. Я пытался подкатить, но ладно. Я просто пытался быть вежливым. Типа как спасибо за то, что она спасла меня фактически. Прошли чужого. Молодцы. Чё, как впечатление? And I would have joined her if it wasn't for that dorky guy on watch over there. I'm sorry. She was an asshole, but, you know. Yeah. Но она ничего такая, да? That guy saved you? Yeah, can you believe it? Those creeps or ghouls or whatever the hell they are, they were pulling our van apart and that guy, Doug, just came to the rescue. You can never tell who the heroic ones are gonna be, I suppose. Ну, Doug пока непонятный тип. In that parents' basement sort of way. Свет с родителями в подвале. Ну, понятно. How did you end up here? We drove up to cover the cherry blossom festival. Real hard hitting stuff. Здорово, Димансина. What are you messing around with there? A radio. I can't get it to work though. Here, let me have a look. Я ничего не понимаю в радио. Так. Наверняка батарейки надо поменять. No batteries in this. Easy money. What now? You know that there are no batteries in that thing. Репортер. Yeah, of course. I mean, yeah. No. Не, понятно. Thanks. I wouldn't even really know what to look for. Капец, ты что, не знаешь, как выглядят батарейки? Бро. Так, что там, пробковая доска? Ага. IT-IT-гай. Эх. Ну что, Дак? Говорят, ты герой. Step outside, have a look around. Пока не горю. No, the gate out there is closed. We can hang out in front of the store and be fine. Чуть попозже, наверное. Not right now. All right, let me know if you want to. Блин, я с ним просто побазарить хотел, но, видимо, нельзя. Ладно. Так. Без комментариев. No, I'm sorry to hear your loved one was eaten by the living dead guards. Блин, жалко. Хорошая была бы открыточка. Ай. О, батарейка. Кай. Так, ну чё, Дакич, как дела? Hey, Lee. You really gave that old man hell. Yeah. Да, довел его до сердечного приступа. Anyway, ты немножко такой. Усич. Чуть-чуть. Ну мы его сейчас натаскаем. Однозначно. She's good, I think. She's a tough one right there. She's just a little girl, Ken. What were you saying, Lee? She spent days surviving on her own? That's right. Not just any little girl can do that. Are you guys all right? We're just fine, considering. How about you, Duck? We've all been through a lot. Duck наконец-то притих. What's the plan? Hang tight, I suppose. Всего-то стоило выстрелить над его ухом. So we ought to wait for things to clear up. You said your family was from here in Macon? Yeah. That's right. Where are they? Should we go looking for them? Серьезно, я в семейном магазине нахожусь, оказывается. Поворот. В чем прикол помогать челику, который хотел выкинуть сына? Такие тоже найдутся, знаешь. Наверняка. Happened pretty fast, I guess, but I can't stop seeing him in my head. We can't kill ourselves. Over. We killed that boy. We could have saved. В смысле мы? Я. Bad choice that killed John. You think you do when you look back on it, but in a moment, when things are really out of control, you don't have any
choice. I guess. Ты так-то просто рядом стоял, фактически. Trying to let it go. Такой грустный прям. Усы так еще свисают, печаль. Какая грустная семейка прямо. О, еще батончик. Сюда. Так, ладно, дайте нашу мелкую проведаем. Мы что-то давненько с ней не общались. Где она там вообще находится? Мелкая. Ты где? Во, вот ты где. Здорово, на. Thank you. Здорово, шутка. Да, позарим. Hi. Any word from Glenn? Nothing. Is he okay? Я думаю, ништяк. Think so. You're doing a good job. Can I get you anything? I'm okay. Maybe I'm a little hungry. Я что так шоколадку дал? Yeah, it wasn't much. I know, Glenn. Ладно, у меня вроде запасная была. So, Are you okay? What? Yeah, I'm fine. I just, I'm good. That's good. Yeah, I think so. Being good is good. Быть в норме — это хорошо. Очень натянутый разговор, конечно. Очень натянутый. Но его можно понять. Фактически. Так. Контейнер. Looks like nobody got a chance to donate anything before this all went down. Central High-Tech State. Газетка. Feels like years. А, неделя прошла, оказывается, охренеть. Ли хорош, да? Чтобы дед там откис. Thanks. Ты же говорил, нужны две батарейки, разве нет? I'm still looking for batteries for that day. Thanks. I appreciate it. Надо еще одну найти. Понял, ищу. Батарейное чутье активировано. Чё там? Газетные вырезки, ага. Неинтересные фотки. А, мы с родителями, получается, особо и не общались. Да-да, невелика потеря получается. Чё продавали? Мороженка. Всё расплавилось, жаль. Так. Одну дать? Слушай, давай. Why not? Еще один батончик. Чек. Так. Еще батончик. Кайф. Живем. Так. Ну, здесь ничего нету. Банкомат. Да кому банкомат нужен в такое время, чел, ты чё? Шучишь, что ли? Пойду за ней, давай. Таблеточки, так. А что-то я не вижу, где еще одну батарейку можно достать пока что. Ладно, давайте мелкую покормим. Вот она. Сделаем, что-то кэпчик принес. Так. Staying alive. Staying alive. Держи. Should be able to get it to work now. Чё, врубай. It's still not working? Yeah, I can't figure it out. Let me have a look at that thing. Походу неправильно батарейки вставил, однозначно. Так, переворачиваем. Проверяем. Ну-ка. Другое дело. Закрываем. Герой, спасибо-ка. Так, антенну выдвигаем. Опа. Балдеж. Переворачиваем. Нажимаем повер. Капец, ты точно репортер или кто? Пипец, вообще нихера не умеет. Первым прошу, так там проходить-то все ничего. Everything okay? Mm-hmm. Я тебе еще пожрать принес, слышишь? Еще это не дает. Ну ладно.
Все, кончилось. Hey, Carly. That radio sign off didn't sound too good. Are you okay? I'm fine. You don't have to be. It's traumatic. I'm sure some people got out. Maybe they're all being rescued. Then again, maybe not. Ну, конечно, никого не спасли, каждый сам за себя. В этом жестоком мире. Так, кого-нибудь еще могу шоколад куда? О, дайте мелкому, дайте. Держи. It's not much, but here. For the boy. Oh, thanks, Lee. He appreciates it. That's sweet, Lee. Yeah. Так, ну и давайте этому дадим тоже конфетку. Полезно будет. It's not much, but here. You sure? Yeah. You're under quite a bit of stress. Thanks. That's really sweet. Don't mention it. Да побазарим. Как он там, стариканыч? It's Lee. Lily. My dad's Larry. Ли, Ларри. I was just doing what I had to earlier. Лили. Отличная комбина получается. And I'm powerless to do anything. And that violence before with my dad, that didn't help. Ну, он первый начал. What's wrong with him? He's got a heart condition. He takes nitroglycerin tablets pretty regularly. I've seen a few bad attacks that he couldn't get over and needed to go to the hospital. Yeah, that's not really an option right now. I'm just trying to keep him relaxed. Но он, походу, это самое вспыльчивое немножко. He's got a temper. Ah, fuck you. Yeah, he doesn't mean it. Я думал, он там спит потихоньку, слюни пускает, а нет, нет. Never mind. I'm sure he's a good guy. He is. He just has his issues. Where's her mom? Fuck you. I think. Oh. You guys aren't together. Oh. No, I'm not her dad. I found her in a house when getting out of Atlanta. She'd been surviving by herself. I think the girl's parents didn't make it. Oh. I heard an answering message. They were in Savannah. She was home with a sitter. It wasn't good. Well, she's lucky to have you. Это мы еще посмотрим. You're from here? I work at Warner Robins, the Air Force base. Ooh, военная. Pilot? Nah, just mechanical admin stuff. Yeah. I deal with a bunch of shitheads and bureaucrats all day. Sometimes a plane, if I'm lucky. You? I work up at UGA. Тоже с жопами общаюсь, знаешь ли. What do you think about all this? What is there to think? The dead are up, walking around, eating people, and turning them into more of them. I mean, Jesus. Блин, можешь «Ходящий мертвецов» посмотреть весь сериал. С запоем. Да, то что-то прям так, знаете, нравится эта атмосфера. Это же его родители вытащили. Фактически. I'm sorry. We found an older couple in the office. Dad hauled them out in case they weren't really dead. А куда тела положили, интересно? Неизвестно, давайте в офис зайдем. Живые внутри написано. Блин, что-то так жалко Ли прям, пипец. Бедный работяга. Такую перетрегу попал, конечно, пипец. Жесткую. А как они погибли, интересно? Everyone out there seem all right to you? Yeah. Well, maybe not the sick guy. Yeah. We'll keep an eye on him. And there was that thing in the bathroom. It tried to get me. I know. But you stopped it. Бывает, было. Yeah, I did. Мы с ним справились. Can you do that more? Well, I'm not gonna go looking for him. I mean, get the dangerous ones. I'm gonna try. Good. Немного странный диалог, но ладно, окей. Давайте дальше осматриваться. Поехали.
Да, еще немножко, и действительно дедулька там окочурится. Блин, реально оказывается магазинчик наших родителей. Find anything? Странный мув, но окей. It's a photo of the family who owned this place. Might help us track down the keys to the office. I know who you are. You're Lee Everett. You're a professor at Athens who killed a state senator who was sleeping with your wife. This is your parents' store. Folks around town know the owner's son got himself a life sentence, but I'm a reporter for WABE in Atlanta. I paid attention to that trial. Maybe you're a murderer, but I don't really care. Frankly, that's a skill that might come in handy. Утешило называется. Did you tell anyone out there who you were, or that you were tied to this place? Не, никто не знает. The world has ended out there. Who cares who I am? If you don't think people will find any reason to turn on you, especially when the shit hits the fan, you're insane. Whatever. You seem like an okay guy, and the last thing we need is drama out there. Так я не устраиваю. Я спокойно как бы, ну, копаюсь в своем прошлом, а вы в него лезете без спроса. I don't plan to. Good. Because if this lasts longer than a few days, and you're a detriment to the group, then we'd have a problem. I hear you. I'll just keep it to myself. Спасибо. Thanks. Don't worry about it. Я тебе помог радио починить. И шоколадку приложил еще. А ты? Ай. А, Клементина, по поводу всего того, что ты сейчас услышала. Я не убийца, я не виновен. I'm gonna keep looking around. Okay. Ладно, я думаю, ей плевать походу. Так. А вот у меня, короче, фотка в инвентаре есть, да? Как с ней повзаимодействовать? Меня пока не учили особо, ну давайте поисследуем все остальное дальше. Слишком добрый для профессора университета, но он, походу, философию преподавал. О, аптечка. Берем. В смысле, к счастью. Ты чё? Боже, мне к счастью, блин. Так. We ought to clear this door for when we find the keys. I ought to clear a path to opening that door. Да погоди. О, швабра. Батина клюка. What's that? This was my dad's cane. He'd zip around here on it from time to time. Was he sick? Nah, he was okay. I actually saw him whoop shoplifters with it. This cane's protected this place better than any guard dog ever could. Plus, he knew how to make it look cool. Like you with your hat. My dad gave it to me. See, dads are smart like that. Прикольный характер у нашего протеже. Мне нравится. Так, ну тут что-то особо и не залутаться, походу. Вообще все почистили, видать. Так, ну давайте тогда получается, что? Очистим дверь. Да-да-да-да-да. Вот. Поехали. Can I help? Давай, будешь меня подбадривать. Sure. Here we go. Этого достаточно. Чё, как дела-то вообще? How are you doing? Yeah, it's not that heavy. How about with everything outside? It's not good. Да ладно? It's not. But I think it'll be okay. Okay, here we go. Пицца на рожь, конечно, строит. Do you have kids? А, теперь есть. You don't have a family? Теперь есть. My mom is a doctor, and my dad is an engineer. Ooh, engineer. Мне инженеры нужны. What's your job? I teach history and writing and things like that. Like, social studies? Тип того. Yeah, like that. You didn't answer my question.
Это был хитрый мув с моей стороны, но... Ты все просекла, какая-то умная, оказывается. Молодец. Why don't you want to talk about your family? Do they, like, hate you? I hope not. It's just complicated, that's all. Why? Ну, как сказать? Походу, они мертвы. But you love them, right? Yeah, of course. Look, my family's gone, and I just wish things would have been different. Yeah. I'm not a bad guy, okay? Things happen, and we didn't talk much after that. То есть мы, получается, давно убили Челика, и нас перевозили в тюрьму, что ли, или куда? Звук из Халфы, кстати, был фактически с двиганием стола. Сейчас мы тебя перевяжем, не боись. Даже знаю, где искать. О, телек. Дай сначала мелкую перевяжем. Держи. Сейчас прокачаем первую помощь. Жестко она там заусенец рвала. Пластырь, погнали. Yes, ну вот и все, как новый. Балдеж. Так, что там по телеку-то показывают? Погодите. What if my parents come home and I'm not there? Не боись, мы оставили записку. They'll track us down. Don't worry. Yeah, okay. We should keep a lookout. Обязательно. I've got my walkie-talkie in case they try that way. Да. Коротковолновая рация обязательно нам поможет. Главное только надеяться и верить. Так, пульт от телевизора. Ну, вряд ли мы его найдем. Так, па-па-па-па-па. А, ящик. Пульт. Ага. Вот и попался. Вдруг там что-нибудь прикольное показывают. Мультики, например. Смешариков. Давайте посмотрим. That's what I figured. Что там в аптеке? Да я внутрь хотел посмотреть так. Ну ладно. Ключ надо найти. Это логично. Ключ. Если бы я был ключом, я бы лежал прямо здесь. Ладно, давайте спросим, как там дела у Глена. Че, он живой, не живой? It's okay. Thanks for fixing it. Have you heard from Glenn? Not in a little while. Понятно. I'm gonna keep looking around. Okay. Так, ну что-то я не нашел ключики, конечно. Клюкой мы вряд ли пробьемся. Давайте сюда сходим. Wanna head back into the drugstore with me? Okay. Lee? Чего? You're not bad, right? Не, я ж недавно говорил, то, что я не злодей. Why are you asking me that? That lady said you killed someone. Was that because he was one of the things trying to eat you? It's complicated. Sometimes things happen, or you do things and you can't explain them. Так, получается, Ли грохнул сенатора. Только я не помню, за что он это сделал. Из-за того, что наша бывшая жена изменила, типа, с ним. За измену жены, значит, я правильно понял. Успел сделать чай с бутером, где-то все еще жив, но я пытаюсь довести все до логичного завершения. Stuck.
Help me, step bro, I'm stuck. What's up? Glenn's trapped down at the motor inn. Hey, Glenn, we're gonna talk it over and send a group to come get you, all right? А чё он в мотеле искал, кстати? Sounds good. Здорово, Хек. I'm gonna hold on to this until we get Glenn back, okay? Так дела. I'll take good care of it. What do you think? I think Doug's not great around zombies. You got your family here. I'll take Carly and her dead eye down to the motor inn, get Glenn, and get back here as fast as I can. If that's what you want to do. Somebody's got to. Yeah, I'm in. Good. Doesn't sound too bad there right now. Let me know as soon as you want to head out. I could use a jog. Я бы штаны какие-нибудь нормальные, не знаю, что ли. Так, что получается? Надо пойти нам на спасение. Слышь, Дак, как насчет того, чтобы еще это самое? Осмотреть снаружи. Давай. Вдруг что интересненькое увидим. Становится жалко деда. Ну, дед нормальный, он просто вспыльчивый, вот и все. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Ну ладно, окей, много, хорошо. Хрен задаешь. Какие красавчики прям. I think it might be more than a couple days before all this gets sorted out. So too. We better keep it down out of here. Yeah. That place is full of TVs and electronics. Там можно будет пульт использовать. Did you guys try to get in there and get weapons? I did, but it was too risky. And then a bunch of guys showed up and they tried. And what happened? Так вон их кушают, походу. Как же здесь темно, ёпарсы. Так, это замок. Заваленный ходячий. Это наш брательник, что ли? Ёпарас это. Жестко, конечно. Реально жестко. Надолго остался тут на этом месте. Ну, я, по-моему, это место немножко успел пройти, когда я сам для себя, но это было очень давно. Смотри, под себя, не подсказывайте, тихо. Не палите контору. Все, успеем. Так, Так, давайте с Дагом побазарим. Зацени, что могу. Хоба. Черт. Здорово, добыч. Русская озвучка мне не нужна. Мне и с английского хорошо. О, нихера себе, он умный. Запрограммировать пульт. Ну-ка. Так, зомби. Там по телеку показывают прикольные вещи. Давайте, идите мультики смотреть. Эх. Не любят они кино. Слушай, Дагич, можешь до кирпича дотянуться по-братски? А, я знаю, что сделать надо. Так. Как ты вообще тут оказался? В подвале своей матери.
Это он темный, мутный тип. Реально мутный. I knew some folks here. Seemed like as good a place as any. Oh, friends, family, they around? Да вон там брат мой через улицу лежит. Какой кошмар. А почему пульт можно здесь попробовать использовать? Зачем? Дать попробую. Open sesame. Work. I was kidding. It's universal, but not that universal. I know, Doug. Я просто пытаюсь расслабиться. Так, ладно, Дагич. Пошли-ка внутрь. Okay. У меня есть одна мысль. Фанатская, ну так еще бы. Потому что озвучка будет фанатской. Такую игру профессиональные студии не переводили, насколько я знаю. Ну и хорошо, на самом деле. Здесь оригинальная озвучка прям вообще балдежная, фактически. То, как Ли разговаривает, да, очень прикольно слышать. Так, мне нужна батина трость. Чтобы зомбям по макушке давать. Какую игру посоветуешь на стриме пройти? Walking Dead. Отличная игра. Так, батина клюка. Как тебя взять? Че, реально нельзя? Надо что-то новенькое найти, походу. Как Atomic Heart с английской? Ну, в принципе, да, хотя говорят, что английская там лучше, чем русская, как ни странно. Но я не знаю, ни то, ни другой, но ходят слухи, да? Так. Что-нибудь говорить с Карли. Карли подождет. Так, дай-ка еще раз назад сходим. Wanna go have a look around outside? Давай. Let's have a look. Я там, походу, не все okay. Попробовал по ощущениям. Да как так-то? Почему не могу дотянуться? What the fuck? Так. Doug, you wanna get this door open? About that. You've got the combo, right? No. Вот как. Look, man, there were a lot of those things trying to get in here. Ну понятно. And now we can't get back out onto the street. We're also party to some egregious fire code violations. А ты тоже юморист, я так посмотрю. Ну что ж, получается, да что, сидим фуфыжно и не высовываемся. Пошли назад. Do you think we're safe here? Well, I haven't been able to get through this gate so far. And the drugstore's safe enough. Think. Whoever owned it took good care of it. It's well stocked and it locks up well. Погнали внутрь. What's everyone like in there? Хотя ладно. Пока дают вариант побазарить. Carly's pretty nice, you know. Запал. Lily doesn't take any crap. She's been running the show, keeping people on watch, things like that. And her dad. Yeah, that guy. He's kind of a dick. Pardon my French. Ха, дик. Ладно, пошли. Let's head back inside. Okay. Все равно нихера не сделаем. Ну чё, Карлуша, давай пообщаемся. В принципе, можно попробовать радио использовать. Которое мы починили. Где она там? В туалет нельзя сходить. Может, мне тоже надо, может, мне приспичило. Hey there. Ну что, погнали? You ready to head out? You got it. You? Поехали. Я вроде все сделал. Что хотел. Деду придется подождать, походу. Либо откиснуть. Потому что я что-то особо не увидел, что там еще можно сотворить.
Какой милах. Как-то мы так прям беззаботненько пошли, конечно, сюда. Пипец. Did you see that? I sure did. Be ready to shoot. Да там наш, походу, сидит, скорее всего. Да. Can we get out of here before any of these things notice us? Not yet. There's a survivor trapped up there. Ooh. We gotta go now. Выживший. I was out here looking for gas, and then up there in the corner room, I heard crying coming from inside. Who is it? It's a girl. We talked, and she got frightened. I was trying to get in and help her, and she started yelling and saying I was bitten. I tried to convince her I wasn't, and that's when all these guys came out of the forest. A couple almost got me. Ну вообще согласен. You guys are suicidal over a girl. I'm saving her with or without you. Think about it. Блин, ну Глен сдохнет, если без нас пойдет, надо помогать. Fine, let's go save Glenn's damsel in distress. Damsel in distress, блин, а что ж ты будешь делать? Какое странное небо, кстати. Куда камера летит? Hello? Нам типа панорам показывает, что ли, да? Получается. Видать. Okay, так. Yeah, вот, да, лучше без шума, конечно, это делать. Кирпичами там. Yeah. Оба. Ага, понял. Экс, ага, что мы видим? Подушка. Можно использовать. Как глушитель использовать? И сюда. Опа. Так, слышь, без сарказма. Попрошу без сарказма. Экс, ага. Что еще тут есть у нас? Ага, здесь ничего нет, понял. С той стороны. Пикапчик. И все. Вот там что можешь сделать. Блин, не дает. Ладно, давай теперь бежим на ту сторону, получается. Тихо. Изи. 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 Опа. Так. Давайте с этой стороны сначала посмотрим. Так, этот жрет. Этот. Относительно живой, но его можно подушкой придавить. Чтобы он, сука, не орал. Понял. Угу. Что у нас тут? Отвертка. Вот что мы используем здесь. Все под контролем. Да, нормально. Подушка заглушит удар, отвечаю. Ну ладно, да, я подожду. Так, что там? Нет, это не то, куда я хотел посмотреть. А там? А, он всегда смотрит на это самое. Понял. Ладно, давай. Так, понял. Это явно не вариант. Придется зомби душить. Да, ну что ж ты такое говоришь, да? Да я спонтанно. Ладно, хорошо, душу зомби подушкой, как он такой? Ща мы его как в фильмах ужасов. Стреляй! Хорош. Мега хорош. Так, тихо, не ори. Не ори.
Без палева. И зимани. Можно толкнуть, можно залезть, можно посмотреть. Кузове ни херашеньки, к сожалению. Илю. Это ёбчевый зомбяк, а? Чё внутри? Надо снять тормозов однозначно. О, свеча зажигания. Сюда. Берем. Вот так вот давай. Естественно, пригодится, блин. Экс, чё там? А, топор. Нам туда. Однозначно. Ну чё, с богом? Поехали. Надеюсь, мы за машиной следуем. Ням. Конечно, это было здорово. Это ж мой супер-мега-хитрый план. Так. Это все жрет, падла. Свечу из зажигания, давайте попробуем. Че? Ну на. Зачем? Айс? Немножко не понял, но давай. Но походу сработало каким-то образом. Иди сюда. О, камп ту папа. Так. И теперь вот туда. Изи мани. Разбивает быстро и легко. Типа, я понял, да, но за счет чего? Вот это непонятно немножко. Фургон. Керамика. Это я тоже понял, что керамика, но... Мне, видимо, не хватает знаний каких-то более... лютых, что ли, чтобы понять, в чем приколдес конкретно заключается. А, тут еще один стоит, блин, да? Падла. Мне бы вот того достать. Так. Так. Хоба! Прям в сиську. Прям в голову. Кайф. Ой-ой. Глент, мать твою. О, так вот. Кайфцы. А, причина данного эффекта состоит в сравнительно высокой твердости керамики. Применяемая в сетях зажигания керамики имеет твердость равную по шкале Мосса в 9, тогда как стекло имеет твердость 6,5. Интересно, конечно. Сори, братан, но это мне нужнее. Так, топор я, пожалуй, возьму с собой. Holy shit. It's cool. Now we've got this. Oh yeah, baby. Так, слышь, не мешай нам это самое эпик браза момент иметь. That should help. Экс-рок. Ладно, пошли. Че, можешь сначала первый этаж осмотрим, но, видимо, нельзя. Скорее всего, погнали наверх следующий. Толк, не стреляй, прошу тебя. Глен, найди кирпич какой. Ща мы преступление и наказание организуем, заценить, чуваки. Старушка, я иду. Да. Пупсич первый. Hello. How are you?
Бей! Следующий. Бау! Хорош. Блин, хочу тебе реально в зомбой поиграть. Так. Ну что, вскрываем? Hello in there. We're here to help. Please just go away. Let's go, guys. In a minute. If you open up, we can take you somewhere safer. We've got a group in town. No. She's in trouble. No. Miss, we're coming in. У неё, походу, аффект. Даже оба уха можешь развить. А, я что-то такое припоминаю, слушай. Что-то такое я, кажется, слышал, видел в каком-то фильме или типа того. Блин, надеюсь, у него волны нет? Не, Глен, тут, походу, не поможешь уже. She's been bitten. What? I told you, I said go away. I'm bit. But you wouldn't just leave. Let's calm down. You could be fine. Нет, тут уже ничего не исправишь. You get sick and you die and you come back and you kill anything you can find. You have a boyfriend? When? I don't want that. It's not Christian. Please. Just leave me. Да, как-то это не по-божески, конечно, жалко её, пипец. What if you turn and follow us back to our group? I know, that was why I was locked away. I can't let this happen to you. Что, нам её прибить, что ли? Ой-ой. Ой-ой. So, can I borrow it? What do you mean borrow? Give it to me. I can just, you know, end this and then... Ну, вообще лучше так, да, на самом деле. Please, I don't want to be one of them. Как ни странно, но так будет лучше для всех нас. What? You can't be serious. Она пошумит. Look at her, Carly. There's no happy ending to this. Вот-вот. Okay. Fine. И как бы мы более-менее сможем спокойно уйти за счет шума, который она совершит. Thank you so much. I know how terrible this must be. Ну это реально полный, конечно, fuck up. Let's go. We can't go yet. What? Why not? Пистолет. Somebody needs to pick up the gun. Can't leave it. You two go on. Я подожду. Okay. И ствол все, кстати, заимели, получается. Sure? И топор есть, вообще кайф. Все. Максимальный выживач пошел. God bless you, all right? God bless you too. Ну не на моих же глазах. Что-то реально пиздец, конечно, какой-то. Красивая к тому же была. Жалко. Реально пиздец. Блин, а тело-то не залутали. Ладно. И этот Глен Бензо даже не нашел еще к тому же. Ну, как сказать, в порядке, блин. Got a few cans of gas for your pet. А, нашёл всё. Хорош. Молодец. And things back here? Quiet. Our friend is still in and out over there. He won't survive any more stress. The next order of business is getting those pills out of the pharmacy. Да, ну как? А, ну у меня теперь-то есть топор. Фактически. Сейчас заживём. Чё, как там старикан? I'm gonna get back to him. Sounds good. Понял. Вопросов не имею. Адью. Так, ну давайте тогда сюда зайдем. Хотя нет, давайте сначала с Гленом побазарим, потом с девчулей. Келли, по-моему, ее зовут. How you doing, Glenn? You know. Back to the motor inn. How can it be that bad so fast? You know, when things are taken away, people do crazy shit. I guess. But that's not me. I'm not giving up, not for anything. Good. Это правильный настрой. You let her do it, you know? Я надеюсь, дед будет жить. Когда ты пойдешь в магаз и вернешься.
Mercy, man. I couldn't let her go on like that. We couldn't. You never know. You can't give up hope. I think it was over for her, Glenn. Do you know the combination for the lock on the gate outside? Why? Oh, you know, I thought I'd go stretch my legs. You're probably better off breaking it if you have to. Сломать. Что это за анимации были? I don't know. I mean, you guys seem okay. Ну, Глен специфичный персонаж, конечно, но он мне нравится. I forget it, man. That's your business. По-своему. I hate feeling like I can't do anything. I know the feeling, man. Работяжный такой. Наивный пипец, но. Yeah, right. Да ладно. Так. Карли, точно ее Карли зовут. Ай, Карли. What's up, baby? Story of the century here, huh? Yeah, and I've got shit for recording equipment. And from the looks of it, there isn't going to be any shortage of first-hand accounts. You do radio. That's right. Well, until some piece of shit politicians yank our funding, and I hit the blogosphere. I better get back to it. Yep. Thanks, by the way. Don't mention it. Just remember what I said. Yeah, I will. Ну, прости, Карли, у меня не было выбора, к сожалению. Там надо было помочь человеку в беде. Ладно. Давайте сначала сюда попробуем с топором нашим сходить, да? Вдруг что-то интересное получится. Потом уже сообразим, что еще можно сотворить любопытного. Топор. Да, yeah. Ну это, конечно, шумно будет, пипец, но лучше, наверное, изнутри пошуметь, нежели чем снаружи. Херушки. Понял, принял, осознал. Вот, на выход. В таком случае на выход. Блин, саундтрек такой знакомый, как будто я его где-то слышал. В этой комнате, ну да ладно. Так, Дагич, точнее, где-то. Дедуль, где там это самое, живи давай. Сидит. Откисает бедолага. Ну что, пошли? Он с таким еще видом это говорит. Хочешь осмотреться снаружи? Там прям такие зомбули и чекули ходят. Мамасита. Так. За кирпичом все еще никак не дотянулся. Да что ж такое-то, а? Ладно. Кирпичик. Осторожно. Изи. Так. Иди сюда. Иди к папочке. Итак. Естественно, надо поступить вот так. Сейчас мы вспомним бейсбол. Хуба! Хорош. О! Белдиш, давай. Замбузи там такое показывает по телеку. Вам понравится однозначно поле чудес. Бегом! Только прикрой меня, братан. Есть что-то, не знаю, кричи. И беги в другую сторону. Ну, здравствуй, брат. Давно не виделись. Ты чё орёшь? Сдурел, что ли?
Гравопанит на всю улицу. У меня тут эмоциональный момент, между прочим. Прости, брат, но теперь компьютер только мой. Ты чё, пипец? Я только расстроиться хотел. Неугомонная, в череп целься. А, какая же жесть, ё-моё, а. Ещё живой, блин. О, во, наконец попал. Писец. Сори, мэн. Ты бы сделал так же для меня. Надеюсь. И? Ой-ой. Ой-ой. Как же так? Что же меня спалило? Что же меня выдало? Она теперь это и не закрыть. Ёптую налево. Кажется, все пошло по одному месту. Или мы успели все-таки? Походу справились. Так у нас там это самая толпа зомбей. Вроде как теперь может спокойно пройти, разве нет? Это никого не смущает, кроме меня? Видимо, нет. Видимо, нет. Что ж, заходим. Дамы вперед. Нет, ну ладно, сам зайду. О, черт. Вот это прям максимально плохо. И ярко, пипец, слепну. Ай. Да. Казалось бы, все только начало наладиться, как тут же все пошло по одному месту. Еще глубже, еще дальше, еще сильнее. Чертова сигналка. ЕПРСТ. Ну, я так понимаю, этого не избежать вообще ни в коем случае нельзя. Эй, братиш, просыпайся, пропустишь всю движуху. Говорят, там вкусная раздача живых человечков происходит. У-ля-ля. Take Duck into the office and barricade the living hell out of the door behind me. Glenn, when you hear me honking in the alley, start getting people out of here. You got it. Doug, Carly, and Lee, you guys make sure our defenses stay up till then. And Lee, I better take that axe in case I run into any of them on the way to my truck. Без проблем, забирай. Только чем я буду дефаться? Вот в чем вопрос. Shit. You three, get on it. I'll get back as fast as I can. Чем дефаться-то, ёпрасте? Так, думай, Джифан, думай. Это... Глен... А, Глена позвали, потому что все понял. Спасибо, Дак. Но ты это самое, раньше давай не сдавайся. Эй, тихо. Должен знать что. Что ты его любишь? Давай. О, goddammit. О, фак, стреляй. Осторожнее. Ё-моё. Бляха-муха. Братан. А, ёпта, какие вы настроены, а? Пошёл в жопу. Швабру. Батину клюку. Батину клюку. Тащи клюку. О, чёрт. Ах ты, фак. Ах ты, падла. Закрыты на переучёт. Вот так вот. Во, батина клюка. Хорош. Молодец, ребенок, сообразительный. О, есть контакт. Все, найс. Nice. Нет, Дак.
Так. О, фак. Фак. Но у нее патроны на пистолет. Она отличный, сука, стрелу. Блять. Прости, Дак, но... Давай, быстрее. Хорош, хорош. Черт, я думал, она успеет, но... Тут без шансов, походу, было. Блин. Пошел вон. Пошел нахер. За Дага. Коза блеская. У, сука. Оу. Так, ладно, улепетываем. Ах ты! Ах ты пес! Ох ты мразь старая! Братан, спасибо! Давай! Тащи меня отсюда! Ох ты ж мать твою, как вас много, а? До свидания. Ах он, сука старая. Я ему, значит, лекарство принес, а он так мне отплатил. Я еще и Дага потерял, наверняка из-за него. Я всю вину на него буду спихивать. Прям вообще все, абсолютно. Я так просто не оставлю. Однозначно. Келли будет на моей стороне 100%. Мы ее спасли все-таки, как-никак. Эту дамочку придется выгнать с батьком, походу. Они слабое звено, они нас только задержат, по сути. Оу, мэн, Клементайн. Черт. Ну, тоже, конечно, прежде своего брата захерачить, это прям... Просто жесть. Пипец. Где этот старый говнюк, а? Я ему хочу рожу набить, вон он. Пошить-ка перетрем с ним. А, черт, гляну, подошел автоматически. В Атланту? Боюсь, твоих друзей уже ничего не спасет. I gotta take my chances. Так, Глен, мы вернемся к этому вопросу. Ладно. Это другое, братан. Тут все не так просто. Но... Удачи тебе. Сомневаюсь, что мы больше увидимся. Ты. Старый сука. А, черт. Не дают мне до деда дойти, короче. Реально не дают. А что насчет Айо? Earlier I said there's some stuff out there that might screw up a precious little girl like her. Так. You did. Well, I still think that's true. But after what I saw today, I think between you taking care of her and her taking care of herself, you two are gonna be just fine. Thanks, Kenny. You got it. Кенни добротный мужик. Так, все, старика. Я иду давать тебе пиздов. Или нет?
собак. I'm okay. Не могу дойти. Considering. I do. Yeah. Can't stop thinking about Doug. Ну да. Saved him, could we? Ну, я мог спасти, но... I know it's stupid. Тут либо ты, либо она. Либо он, точнее. It's just that... I think that I liked him. Well, I'm sure he liked you too. You better have. Anyway, I'd rather be alone, I think. Ну, теперь-то уж да. Wait, Lee? Чего? What is it? How did you choose? We both needed you. You picked me. Это сложный вопрос. I was gonna help you both. But you helped me first. Ну, у тебя ствол был. I did. I just wish we both could have made it, you know? Me too, Carly. Так, дед, я до тебя доберусь или нет? Нет, не доберусь. Я, походу, зря Дак спас. Ему вообще, походу, наплевать на все вообще. I got grabbed again. I was there, though. I fell, and my walkie-talkie broke. Glenn had the other one. Yeah. Жаль. I'm sorry. Thanks. I know I need to be tough. I'm just sad. I know it doesn't make any sense, but it's how I used to talk to my mom and dad. And now they're gone. It's gone. Maybe we can find you another one. Найдем новую рацию, не боись. One, и с Гленом пообщаемся обязательно тоже. Ну чё, здоровяк. Хочешь пообщаться? Да, пообщаемся. Like my daughter? Чё? Her dad tried to kill me, so. Well. He did that because he knows that Lee Everett is a convicted murderer. And so will everyone else if you go near her. Шантажируешь меня, старикан? I know who you are. And I don't give a shit about what happens to you. But if anything happens to my daughter or that little girl you've got with you, you watch your ass. Ух ты, нарываешься, братан. Скоро у кого-то второй приступ начнется, чувствую. Минутка, да с тобой, детка, хоть три. Твоему батьке это все равно не понравится. В смысле, о Кене? Подлизывается. Вертолет летит. Block off the entrances with some cars, keep someone on watch. We could stay here until the military rolls through. I actually agree with that plan. Me too. We got beds, we got water, and most importantly, we got light. There are worse places to call home. Yeah, you're right. You know, guys, I think it's going to be okay. Все будет хорошо. Как же? Упс. И чё? Первый эпизод весь, что ли, или как? Да не, этого не может. Он, наверное, побольше будет. Хотя, кто знает. Серьезно, это первый эпизод прошли полностью. Обалдеть. Вот это внезапно. Вот почему я перестал проходить. Потому что я прошел один эпизод и офигел, какие они короткие. Вот в чем прикол. Howdy, I'm Andrew St. John. We're from the St. John Dairy. It's beautiful. I never did thank you for saving Duck from the walkers back at Herschel's farm. Something's coming, Lee. There's gonna be a war. The walkers don't worry. Война. Бандиты. Нихера, там еще индейцы на нас нападают. Вот и щелика незнакомого нам уже подстрелили. Пипец.
пипец ты, братан, мажешь, конечно. Жестко. Но капец, как интересно. И пял. Получим достижение. Everything is going to be okay. А то ж. Честность. Солгали Хершелу. Вы и еще 46% игроков солгали. Дак или Шон. 52% выбрали Дака. Ну, там действительно такой выбор, конечно, сложный немножко. Верность. Встали на сторону Кенни. Серьезно? Кто-то вставал против него? Довольно много, причем, кстати, смотрите-ка. Что я пропустил? Бро. Мы только что прошли первый эпизод. Милосердие. Отдали пистолет Ирен. 47% всего отдала, нихера. Как-то маловато. И 49% выбрали Карли. Ну, это логично же, типа, у нее же ствол, а человек со стволом всяко полезнее в команде, нежели чем без волына. Жесть. Реально жесть какая-то. Прям, ну, мне дико понравилось, конечно, реально забалдел. Ну, сегодня мы, наверное, уже не будем начинать следующий эпизод. Мы тогда, получается, следующий начнем завтра. Только я вот не знаю, мне пройти сначала все-таки, как Диман Синов просил, то есть, ну, начать сейчас 400 дней, по-моему, да? Вот, и потом уже, соответственно, второй, третий и так далее эпизоды пройти. В идеале, конечно, надо, наверное, в порядке выхода проходить, то есть, ну, только потом 400 пройти, чтобы потом... Вот. Надо подумать. Надо будет подумать. Но игрушка, конечно, реально балдежная. Жалко, что такая короткая оказалась. Я думал, она подлиннее будет. Там часиков на 7 минимум. Но нифига подобного. За 2 часа справились. При том, что я, ну, довольно много базарил. Вот. Но какой же все-таки интересный жанр, да, грубо говоря, для компьютерного гейминга. Интерактивное кино. Причем с хорошей режиссурой. Режиссура здесь действительно сильная, равно как и сценарная работа. Это очень чувствуется. У меня в довольно большом количестве моментов прям так вот, желание схватиться за что бы то ни было возникало. Ну, получается, довольно быстро пройдем. Это здорово, на мой взгляд. Это реально здорово. Единственное, что меня бесит, это графон. То, какое все темное, блин. Прям реально затемненное как-то по-странному. Такого в оригинале, насколько я помню, не было. Это прикол именно Definitive Edition, который у меня есть. Вот окончательное издание, типа, да? Прям... Гады. Просто сволочи. Так, весь прогресс будет потерян, но тут сохраниться-то уже никак нельзя, поэтому выходим. Блин, я надеюсь, у меня сейвы-то остались, типа, на вторую часть, чтобы там это все работало. Давайте зайдем, посмотрим. Just in case, да? Проверим. Блин, игрушка, получается, вышла в 2012-м. Офигеть. 10 лет прошло, прикиньте. 10 лет уже. С момента выхода. Даже хорошо то, что я, по сути, не прошел в тот момент, когда она вышла. Ну как, технически прошел, да, но только один эпизод. Остальные не трогал. И сейчас могу прям с чистого листа жестко насладиться. Хайпа, конечно, нет, но тем не менее. Так, выбор сезона. Получается, мне нужен второй теперь, да? Сезон второй. Новый рубеж предлагает потом. Финальный сезон. Мишон. А в смысле? Блин, надеюсь, это ничего не перезапишет меня и не зафакапит.
А, ну сейчас меня, по идее, в меню выкинет, точно, да. Ну ладно, тогда завтра разберемся, получается, со вторым сезоном. Немножко запутанная, конечно, эта вся тема с менюшками, да, и т.д. и т.п. Но, да, ладно. Что ж. Давайте я вас тогда, получается, куда-нибудь в рейд отправлю. О, я даже знаю, куда, чуваки. Вот это балдеж, вот это круто. Дум круто, в конце концов. Только что-то там думецкого и нету. Сейчас, может быть, появится. Может, они устанавливают его просто-напросто. Так что да, дорогие друзья, приходите, короче, завтра. Завтра мы продолжим, соответственно, наше прохождение данной игры. Наверное, возьмемся за второй эпизод и потом уже, соответственно, пойдем по порядочку дальше. Может быть, даже за эту неделю сможем пройти фактически. Стример, все фигня, давай по новой. Не, все идеально, я считаю. Не считая того, что Дак умер. Это, конечно, грустно. А вам всем большое спасибо, что пришли на огонек. Рад был с вами всеми повидаться. Поэтому до новых встреч и пока-пока.